Она сказала все это за гранью здравого смысла, мол, то, что дорого мне, ей уже нисколько не близко. Наша идиллия мутирует в драму так быстро, прямо со свистом на кухне крики, осколки и брызги. Она сказала, что ее достала студия вместо кладовки, матерная слава блудия под минусовки. Все эти растянутые худи, кругом кроссовки, все эти сомнительные люди из хип-хоп-тусовки. Она сказала, что больше не может, я ответил, что больше не буду. Я стоял будто содранной кожей, корчась в лучах ее дух изумрудов. Я, конечно же, мерзкий ублюдок, и, конечно, наш брак безнадежен. Предсказуемый текст абсолютно вдруг прервал звонок из прихожей. Ступая по битой посуде, я подошел к дверному глазку, и новая бомба рванула салютом во взорванном ссорой мозгу. Заказывать мое убийство — это за гранью здравого смысла, но здравый смысл — ничто для маджахеда самбиста. Сказала, ты доигрался, а я говорила, не надо. Вот нахрена тебе сдался этот затрипанный батл? Из комнаты сонные дети вышли, глаза протирая. Незваный гость тарабанил, будто сейчас дверь протаранит. Он то стучал, то трезвонил перед глазами пролетом. В ускоренной перемотке мелькал весь жизненный опыт. Младший ребенок заплакал, старший спросил: папа, кто там? Вот что бывает, когда ты смертельно болен хип-хопом. Эта бацилла заразная инфицирует близких, провоцируя риски. Найдут ли вакцину, не ясно, но шанс, как мне видится, низкий. Походу мы все тут поляжем из-за моих конченых панчей. Я даже придумывать начал, как пощады половчим мне клянчей. Я даже подумал соврать, что принял ислам, но тут же понял, ну нафиг. Так пойдут лишь хуже дела, кафира ведь хуже, только кому нафиг. И четко решил, что почетнее погибнуть шахидом, чем жалким куколдом. На здравый смысл забив глаза, закрыв, я ляскнул щеколдой. Все в обнимку на облаке сидим вчетвером. Уже насчитали 1 100 000 ворон, кружащихся над переполненными санчастями, где люди плюются поломанными запчастями, а под воронами зомби гуляют. Вирус неверия, счастье равно непониманию, близости смерти минус потери, которым приводят непонимание ее близости. Так вымерли динозавры, не поняв, чем вызван кризис был. Такие образы стояли перед зажмуренными глазами, когда в дверном проеме я сдавал себе свой главный экзамен. Такое вот откровение в тот момент меня посещало, но пауза тянулась, а тишина уже в ухе пищала. И я, раскрыв один глаз, вместо грозного воина джихада узрел мужика ростом с моего старшего сына, младшего брата. У страха глаза велики, а линзы глазков кривоваты. Мужик сказал: «Вань, это Рэм, тебе жопа, бежим в Эмираты».